Вот на дачу, короче, прилетела ворона. Вообще не боится людей, смотрите, даже погладить ее можно. Вообще не боится. Ну, маленькая еще. Наверное, вылетела из гнезда и не может обратно вернуться. Ну что, буду охранять ее от котов, чтобы не сожрали. Жалко, хорошая такая, спокойная. Там у меня на даче все время такое. Птицы попадают мне в руки. Жаль, клетки большой нету. Я бы ее оставил бы. Их можно научить говорить. Там тапочки приносить. Вороны, говорят, самые умные птицы. Вообще в некоторых случаях даже умнее животных. Так, всем пока.